You look lonely. Вначале я открыла Максима как друга, затем я открыла его как партнера. Вместе мы исследуем новые места, свои возможности, физические и финансовые. Вляпываемся в гастрономические эксперименты, исследуем себя, другого, друг другу через себя и себя через другого. Я, благодаря тебе, открыла себя как жена. Татьяна меня всегда спрашивала про то, за что я ее полюбил. Она предполагала, что за трешку в Колпино и вкуснейшую пиццу из пиццесервиса и овощные салаты с буратой. А я говорил, что не знаю, потому что живу обычно по наитию, по чувствам, а не по жесткому расчету. И сейчас я, наверное, готов ответить на этот вопрос. Дорогие наши дети, поздравляем вас с созданием своей новой семьи. Мне Максим сказал: мама, только своими словами. Поэтому совет да любовь, мои дорогие. Я рада, что вы встретили друг друга. Очень рада, что вы нашли друг друга. Вот. И хочу сказать вам, что семейная жизнь – это не смотреть на друг друга постоянно, а смотреть в одну сторону. Я люблю тебя за то, что ты проявляешь заботу и уважаешь меня, вписываешься со мной во все мои сумасбродные, не очень движухи, за поддержку и трудные моменты, за мотивационные речи, когда мне это нужно, за то, что мне комфортно и спокойно с тобой. За наши шарохания, твои хитрые, но красивые глаза. За ясный рассудок и логику, когда у меня она отлетает. Я знаю, что на тебя можно положиться, когда это требуется. Ты понимаешь меня, и я понимаю тебя. Надеюсь и очень постараюсь быть хорошим мужем в твоих глазах. Я люблю тебя и рад делить с тобой все свое время жизни.